Всем привет из солнечной Одессы. Ну как солнечной, 15 минут назад была замечательная погода, я собрался. Сейчас где-то 17:00, ну может чуть-чуть меньше. Собрался, думал выйти на море. Сейчас такое интересное время. Сейчас май и в Одессе, ну и вообще в Украине, запрет на ловлю бычка до 15 июня. Ну я ломал голову, чтобы такое поснимать на море, проверить заодно водичку. Потому что многие говорят, что она уже очень тепленькая. Если получится понырять, поискать что-то, может тропаны, может покажу мидию, может подводные съемки вам покажу. И в принципе вот моя цель сегодняшняя. Смотрите, за спиной моей мыс большой фонтан. В других роликах он был с другого ракурса. И вот погода портится, очень портится. Обещают ливень сильный. Но я спущусь, попробую. Даже если будет ливень, и уйду с моря. Пока не наснимаю хоть что-то. Спустя 5 минут как спустился. Смотрите, что происходит. Что интересно, один оказался на море. Куда люди пропали, неизвестно. Такая буря. Идем вон туда, там где затишье, попробуем там, может поныряем. Смотрите, там где я был, что происходит сейчас. Вода коричневого цвета. На платнике никого, уровень воды резко повышается, вообще никого. Скоро и до нас вот эта буря дойдет. Я ее немножко обогну. Простите, если ветер мешает вам. Сейчас попробуем понырять тут. Thank you.
Надеюсь, вам понравился мой ролик. В общем, всем спасибо, всем пока.